Здравствуйте, мы снова с Дэндиком вам снимаем видео. Вот он такой малыш. Кушает он сегодня у нас на кровати, лежа. И свиные вот такие вот ребрышки. Вот они. Я специально оставляю ему с мясом. Вот так он. Вот так вот. Он, мне кажется, и черт не знает, потому что он ест. Вот смотрите, видите, у него лапки лежат, задние, передние лежат. Он даже вот не стоит. Если бы он стоял или сидел, у него хотя бы пузико у него бы отвисало, она бы, наверное, его тяжелела. А так как он есть лежа, он может съесть очень-очень много. Даня-ка. Вон у нас малыш. Любитель. Мяско, любитель мяско. Вот он такой. Хрустит. Ой, как хорошо-то. Ой, какие ребрышки у нас вкусные. И лапкой он держит, придерживает. Как старается. Мяса много я ему оставил. И косточки погрызь. И миска. Вон он такой маленький мальчик. Вон он такой малышенька. Ой. Ой, какие хрустиночки. Хрящики, хрящики на косточках. Так чавкает. Лапка, как белочка. Лапка берет орех. Даже не говорить, что это у нас кошка Тося. У нее лапки у нее какие проворные. А у Дэндик тоже, когда надо, вот он может косточку подержать. Дэнь. Так, проверяю. Сейчас мы даем ему свежую. Дэнь. Вот смотри, свеженькая косточка. Тут мяско чувствую. Свеженькая. Ой, какой он радостный. Дэнь. Ну ладно, тут еще у нас работы много. Уж не буду показывать, как он все тут до конца сейчас будет доедать. О, у него какая. О, она у него. Посмотрите, вот у него лапы вот, лежат у него. Вот он валяется. Дэнюшка. Ой, перекладывается он с места на место. И все лежа, ведь все лежа. Вот он свой. Ой, такой лапочкой своей. Ну такой маленький мальчик наш. Он такой хорошенький. Ой, какая вкусненькая мяско. Дэнь. Тут как бы особо, да, он не перемещается на месте. Вон он такой красавец. Вон он такой малыш. У него и там мясо, и там. Сейчас мы еще свеженькую. Дэнь, смотри, вот свеженькую еще. Тут с мяском, ты еще такой не кушал. Довольный, довольный он сегодня. Он такой наш хороший. Такой хороший, маленьким носом. Хороший малыш. Он такой маленький, денежка. А что ты ругаться там сюда? Я у тебя не трогаю. Я тебе только сейчас сам дал. Что ты тут на меня ругаешься-то? Дэнь. Ух. Теперь буду ощущать. Ну ладно. Я думаю, до бесконечности смотреть, как он ест слишком долго. Всем привет от Дэндика. Передавайте ему, пишите. Ставьте лайки. Думаю, наш малыш заслуживает плюсиков. Ладно, будет дальше хрустеть. Это тут надолго. До свидания.